Участниками чемпионата являются школьники и студенты любых российских городов. Они представили свой любимый город, достопримечательности города, жизнь, быт, какие у них люди. Ребята представили свои презентации достаточно творческие на английском языке. Почему на английском языке? Это международный язык, что позволяет рассказать о своем городе не только соседу из другого региона, но и во всем мире. Ребята с любовью отнеслись к своим проектам и заставили... Даже не заставили, а просто способствовали тому, чтобы и жюри, и все участники этого чемпионата полюбили их города, их регионы. Было очень приятно видеть, что ребята, которые, в принципе, не представляли себя как православную молодежь, но тем не менее в своих проектах они обязательно показывали достопримечательностями именно православные святыни, особенно те города, где храмов и монастырей очень много. Это говорит о том, что современная молодежь не обходит стороной и этот момент, и принимает свою историю, принимает культуру таковой, какой есть. И были такие работы, где обязательно наряду достопримечательности, которые они, как молодежь, считают важными, обязательно показывался храм как историческая культурная ценность. Было приятно видеть в некоторых работах именно православную тематику, но все-таки как жюри этого конкурса и как гид, который проводил экскурсии для участников, мне бы хотелось бы отметить следующий момент. Православная молодежь, которая очень много знает о своих святынях, она не приняла участие в этом конкурсе. Почему мне хочется об этом говорить? Потому что нужно, чтобы православная молодежь участвовала в этом конкурсе. Мне, как представителю Калачевской епархии, не хватило духовной составляющей. Мне очень понравились все проекты. Ребята потрясли своей любовью, знанием о своем крае, потрясли своей культурой. Но мне не хватит силы духовной составляющей, потому что православная молодежь не выступила в своем проекте, наверное, потому что они просто не знали. И на сегодняшний день требуется, есть большая потребность именно православных гидов. И агентство по развитию туризма, которое... Агентство по развитию туризма и туристическая компания «Волгохар», которая является организатором этого чемпионата, мы с ними обсуждали этот вопрос, и на перспективу обе стороны согласились, что тему православных храмов тоже нужно каким-то образом включать и затрагивать, и тоже готовить православные гиды, потому что сейчас практически в каждом городе мы можем найти обязательно как минимум 2-3 храма, и обойти стороной эту часть истории, эту часть культуры мы никак не можем. Вы знаете, приятно, что воспринимается информация полностью вся. У нас почему-то в Волгограде, в Сталинграде принято считать, что Сталинградская битва, победы, и кроме как о войне говорить больше не о чем. А на самом деле вековая история царицы Сталинград, Волгоград, и на пике своего развития царицын представлял собой некое такое гармоничное сочетание, как развитие промышленности, культурных ценностей, в том числе духовных ценностей. Знаменитые меценаты, купцы строили храмы, и царицын с пристани представлял всем золотоглавыми куполами. Буквально сама набережная была наполнена 3 храмами. И знаменитый дом Павлова стоит на бывшей Никольской площади, где стоял Никольский собор, который был разрушен. И это
самая неотъемлемая часть нашей истории, нашей культуры, о чем, собственно, было поведано нашим участникам. И вся информация культурная, начиная от Царицына, Сталинград, Волгоград, была принята, и участники слушали, конечно же, с интересом, потому что наш город — это не только Сталинградская битва, это и глубокие корни исторические Царицына, и современный город со своими прелестями, но, может быть, какими-то недостатками. Скажите, пожалуйста, нужны ли такие конкурсы, там, такие вот мероприятия? Очень-очень нужны. Хотелось отметить, что в этом конкурсе были представители различных национальностей. Было приятно посмотреть и послушать проектные работы ребят из Йошкар-Олинского района. Между прочим, они рассказывали стихи на своем родном языке, потом переключались на международный английский, что добавило колорит. Была представлена Чеченская республика со своей зажигательной лезгинкой, которая, в общем-то, покорила жюри. И вот культура Чеченской республики была вот представлена, и они заняли второе место. Хотя, в общем-то, это не православная культура, но тем не менее, надо сказать, что вообще территория Волгограда испокон веков была такой границей между разными конфессиями, и все мирно сосуществовали и уживали. Даже в самой Золотой Орде была основана Сарайская епархия теми же золотоордынскими князьями. То есть национальности, конфессии мирно жили, сосуществовали на территории Волгоградской области. И вот этот конкурс, молодежный конкурс «Юных гидов», показывает о том, что это очень нужно. Ребята разных национальностей, разных конфессий, они встречаются, рассказывают о том, как они любят свой город. И вот благодаря этой любви заражаемся мы, предыдущее поколение, и есть надежда, что они эту любовь будут нести дальше и дарить своим детям. То есть есть надежда, что будущее поколение не потерянное поколение. Прогуляемся здесь, музейный комплекс Сталинградской битвы, потому что здесь представлены экспонаты военной техники, здесь представлены памятники времен Сталинградской битвы, которые не только интересно посмотреть, что-то о них узнать, но и наверняка захочется вам сфотографироваться. Поэтому обращаю ваше внимание, что техника, советская русская техника, для вас это слева. Здесь преимущественно выставлялась техника немецкая, но сейчас она отсутствует. Возможно, она на втором этаже. Что-то мы с вами увидим. Если вы хотите здесь пофотографироваться, мы с вами поднимемся сейчас на второй этаж, но, так сказать, на второй ярус. Пройдемся там, посмотрим мельницу руина, о которой я вчера вам рассказывала. Так сказать, поближе. Чуть ли пощупать, конечно, кирпичи нельзя будет, потому что она все равно разрушается, она огорожена. Вот. И другую технику есть еще и военная техника, и это самолеты воздушные. Давайте мы пройдем сейчас налево, такой подъем в виде пандуса, мимо стелы, это памятник оружию, военному оружию. Пройдем с вами. Там вы проходите, частично видите мельницу руины, видите, она огорожена, потому что все-таки осваивается вот эти птичь, опасная зона, многие хотят туда. Внимание на
нам то, что военная техника, которая выставлена, это техника разных времен, техника, которую достают буквально со дна воды, со дна реки, в том числе и Волги, ее реставрируют и выставляют здесь как музейный экспонат. Случайно музей-заповедник. Здесь представлены практически все экспонаты, которые в течение войны и в течение сегодняшнего дня находятся, устанавливаются и являются памятью. Неважно. А также того самого паровоза, который циркулировал во время войны. Вот тайные такие паровозы, направляли и оружие, и I take part in a competition named Isle of Russia, in which competition teenagers from different regions of Russia tell about their region and present a short video. Я рассказывала про визитную карточку нашего города. Это Николаевская колокольня. Была построена она в 1800 году. В этом году ей 217 лет. Раньше был еще храм, но, к сожалению, он разрушен. Во время Великой Отечественной войны немцы практически ежедневно бомбили колокольню, старались и очень хотели сбросить крест, о чем свидетельствуют многочисленные дыры от пуль, но крест остался стоять на месте. В данный момент колокольня реставрируется, чтобы придать ей тот вид, который был когда-то. Колокольня строилась на деньги обычных людей и помогал купец Матвей Ярцев. Смысл конкурса по продвижению именно туризма внутри нашей страны. Для молодежи это полезно тем, что они могут совершенствовать свои навыки языка, так как конкурс проходит на английском. И также мы узнаем много нового о маленьких местах нашей родины, о которых мы, наверное, никогда бы не узнали, если бы не было бы этого конкурса. Я вам и говорила, немецкая техника уже представлена здесь. Ее можно будет рассмотреть. Мальчишки, девчонки любят рассмотреть военную технику. Но хотела обратить ваше внимание еще раз на немецкую руину. Да, она таким контрастом здесь стоит рядом с главным зданием Сталинградской битвы. Построено здание в 1904 году, немцы повозят ехать. Там здесь мука производилась буквально до 1942 года, пока газная бомба не обрушилась на это здание и практически не обрушила весь потолок, всю крышу, как мы с вами видим. Во время оборонительных сражений с 13 сентября, начиная с 13 сентября до 17 ноября, это здание являлось одним из пунктов обороны. А так были прокопаны траншеи, потому что по земле было опасно ходить, передвигаться, сообщаться, и была проложена связь, которые водят хоровод вокруг крокодила. Этот фонтан был установлен в 1935 году напротив вокзала в городе, тогда еще в Сталинграде. Но во время войны вокзал был разрушен, и этот фонтан стал своеобразным памятником и таким напоминанием о ужасе войны, когда вокзал был разрушен, хроников, фотокорреспондентов, а дети на этом фонтане водили хоровод. Там были погубленные руки, но тем не менее, вот этот парадокс, скажем так, хрупкость мирной жизни была засвидетельствована фоторепортерами. Сейчас здесь это фонтан. Можно будет на это обратить внимание. Пройдемте чуть подальше, вы увидите этот фонтан. И перед нами открывается Да.
свидетельствует это об этом. Дело в том, что помимо нарядов, обугленных стен, конечно же, весь Калининград был везде растет. Как ни печально, как это не страшно, но даже был план, определенный план, определенное количество групп должны были уменьшить взрослые, в том числе даже на болоте. Вот эта стена красная, она нам напоминает о том, каким он был в Чечеге, который здесь работал в Грузии. С другой стороны, вы пройдете, кому мы с той стороны можем... Рассказывали по тематике об исторических основных объектах города, но также затрагивали и другие объекты, например, собор Александра Невского, что непосредственно связан с религией, с культурой, духовной жизнью нашего города, нашей республики Крым. Только есть этот собор, да, это который один из главных соборов, который будет сейчас в Крыму на территории республики и города. Это собор, который восстанавливается уже не первый раз. Он практически был ранее из основания города Симферополя. И сейчас его хотят создать в том виде, который был изначально. И будет главным собором посещения города Симферополя. Собор еще вообще был создавался еще при Екатерине, когда приезжала она в Крым. Но потом со военными действиями полностью разрушили. Сейчас под патронатом Владимира Владимировича Путина ведется реконструкция воссоздания собора. С практически уже на стадии завершения. Идет роспись верхнего храма в соборе. У нас есть еще собор Петра и Павла, православный собор. Также у нас есть Свято-Троицкий монастырь, также является местом паломника. Ну, это такие самые три крупные в городе Симферополь. Но есть и более мелкие церкви, которые также стоит посетить. Мы надеемся, что было очень интересно. Почему? Потому что всегда интересно узнать что-то новое о тех местах, где ты ранее не был. Поэтому мы старались максимально вложить ту информацию, которую следовало узнать каждому из участников конкурса в нашем прекрасном городе. Да, желаем, чтобы проект набирал обороты, развивался и привлекал как можно больше участников. С каждым годом все больше и больше. Семечки жду. На чемпионате по развитию внутреннего туризма Isle of Russia мы стали волонтерами,
которые смогли помочь ребятам сориентироваться. С первого дня мы участвовали во всей программе, в самом разном функционале, начиная с сопровождения, регистрации, проведения экскурсий. Для нас это стало большим опытом, потому что мы работали немного в другой сфере, и большое разнообразие, большое отличие работы. Работа с людьми, она всегда требует большого внимания, концентрации и, наверное, очень много улыбок, потому что намного приятнее, когда к тебе обращаются по имени, улыбаются тебе и всегда с тобой вежливо разговаривают. Этого мы пытались добиться эти два дня. Мы волонтеры не только здесь, мы сами волонтеры организации «Эверест». Работаем в рамках проекта развития волонтерского движения здесь и сейчас. По благословению епископа Калачевской епархии. Также работаем с разными категориями людей. Это могут быть также дети, дошкольники или пожилые люди, также люди с ограниченными возможностями. Мы пытаемся подарить им радость и сделать их жизнь ярче. Он именно вот там. Он является свидетелем событий революции гражданской войны. Потому что на самом деле на сегодняшний день площадь Павших Борцов является братской могилой для белогвардейцев, красногвардейцев и защитников Сталинграда. И сегодня мы с вами рассмотрим те самые памятники, которые посвящены, скажем, героям. На сегодняшний день белогвардейцы тоже являются героями, причем их могила не найдена. Ориентировочно приблизительно на том месте, где они захоронены, поставлены обелиск, о чем вам расскажут позже. А сейчас вашему вниманию представляется интернациональная могила защитникам Сталинграда, о чем расскажет наша арена волонтер юный гид. Одержал большой натиск немцев около железнодорожной станции Кутубай. Был сильно ранен, Ленинский умер, и потом при захоронении тут. Как есть один татарин, он был учителем татарского и русского языка, и добровольно пошел воевать. Потом он, 10 солдатов одержали натиск немецких войск, они разгромили 400 немецких солдат и одержали получасовой бой среди солдат, которые в 70 раз были сильнее, чем эти 10 солдат. И Владимир Каменщиков, он к концу войны сбил 20 самолетов лично и 37 группировки вместе со своими солдатами. Он умер и завоевал много медалей, награжден орденом Ленина, Красного Знамени и разными медалями. И свидетелем, и как будто бы отдает дань, честь, память о защитниках Сталинграда. Вот этот тополь, который тоже является памятником. Евгений рассказывает о тополе. Перед вами тополь. Это дерево известно тем, что оно прошло через Великую Отечественную войну, что лично видело все подвиги наших бойцов, наших героев Сталинградской битвы. На дереве мы можем увидеть различные повреждения, да, которые были получены в ходе битвы за Сталинград. Дереву более 100 лет. Около дерева расположена мемориальная дощечка, на которой написано: «Тополь этот перенес свою жизнь через битву великую». Самый главный момент, который связан с этим тополем, то, что после Сталинградской битвы
битвы весна 43-го года. Вся земля была черная, ни одна травинка не выросла, ни одно дерево не зазеленело. И только этот тополь дал жизнь новым свежим зеленым листочкам, тем самым дав новую надежду тем, кто выжил и тем, кто победил. И поэтому этот тополь является на сегодняшний день памятником, и он защищается. То есть его броневая система уже практически разрушается. Вы видите, что тополь огорожен, и производятся определенные работы для того, чтобы можно было уже этот древний тополь сохранить как можно дольше, как памятник не только Сталинградской битвы, но и природный памятник. Пройдем с вами дальше. Были убиты белогвардейцы, те солдаты, офицеры Красной армии, которые погибли в этих сражениях с белой армией, также были здесь захоронены. То есть это братская могила революции гражданской войны, как белогвардейцы, так и красной гвардейцы. И уже после Сталинградской битвы здесь были захоронены солдаты, которые сражались за Сталинград. То есть, скажем, земля сравняла лес. И обелиски и памятники, то есть вот двойной памятник, там сейчас на самом деле. Здравствуйте. Этот памятник обелиск высотой 26 метров. Он выполнен из красного и черного гранита по проекту архитектора Шалашова. Этот обелиск открыт в 1957 году. Вечный огонь тут зажжен с 1 февраля 1963 года. Вот, соответственно, этот обелиск сделан из-за того, что здесь похоронены солдаты и офицеры 62-й и 64-й армии. Вот. В настоящее время тут еще у нас организован пост номер один. То есть дети, юноармейцы, это два мальчика и две девочки, два початка и два часовых, выступают на пост и ждут память своих предков. Просматриваются практически все достопримечательности данной части. Итак, я сейчас вам показываю репродукцию того, как площадь выглядела до 1932 года. Именно вот так выглядела площадь. То есть это центральный универмаг, который мы с вами видим на сегодняшний день. И сейчас центральный универмаг знаменит тем, что в подвале этого здания 30 января 1943 года был пленен штаб Паулюса. И этот день знаменовал окончание Сталинградской битвы. Далее мы с вами видим столичные номера, гостиницы «Столичные номера». Это здание купца Воронина. На сегодняшний день это гостиница «Волгоград». Здесь собирались купцы, они вели переговоры. Угощение было достаточно обильным. Это икра различная, красная, черная и заморская. На сегодняшний день это гостиница «Волгоград». Далее, тот самый храм, о котором я вам сказала, он находился вот в часовне. В 1932 году был взорван. И вот интересный факт, 1916 год его строения, 1918 год освящен был храм. В 2016 году освящено основание для восстановления этого собора за трибунной площадью. Вы сейчас видите, экраны идет строительство. То есть площадь практически восстанавливается, но несколько в зеркальном отражении. То есть это будет напротив. И планируется в 2018 году закончить строительство этого храма. Почему он придается такое значение? Почему не построили именно здесь на площади? Потому что, сами понимаете, большинство... Практически весь город стал уже памятником, стал братской могилой. Возводить такого масштаба грандиозное строение не представляется возможным. Поэтому нашли другое место, но почему возводят? Кстати, вот мы будем с вами идти на обед, покажу памятник Александру Невскому. Почему такой акцент? Потому что на сегодняшний день он является небесным покровителем города Волгограда. Некоторые краеведы считают, что именно Александр Невский первым задумал, проговорил о том, что здесь нужно строить крепость. Вот поэтому считается, что он наш небесный покровитель, города Волгограда. Естественно, нужно ему обязательно построить, восстановить тот самый собор, который был построен. Театр НЭТ, который был построен купцом Репниковым,
вернее, здание было построено купцом, как дом культуры. В советский период это был драматический театр имени Горького, и на сегодняшний момент это современный театр. И главпочтамт. И если повернете на 180 градусов, вы увидите наш вокзал. Мы с вами сейчас пройдем на нулевой километр начала всех дорог. Здесь начинаются дороги от Волгограда и далее. Но для волгоградцев это не только начало всех дорог, это начало всех начинаний, начало любого дела. Поэтому сюда приходят загадывать желания, сюда приходят семейные пары, и на нулевом километре загадывают свои желания. Мы через нулевой километр с вами идем сейчас на заветный. Правильно? Да. Все согласны? Да. Форма. Так, я отдаю. Петр Лапшина, купец первой гильдии, один из самых главных купцов. Он основал барахольство Русь, сад и лесопильный завод, и он является основателем знаменитого